Добрый день, дорогие друзья! Любите ли вы русский язык так, как люблю его я? Еще нет? Тогда могу посоветовать вам подписаться на самое крупное интернет-сообщество ВКонтакте о русском языке «Я люблю русский язык». Для тех же, кто уже давно на него подписан, у меня есть хорошая новость. Теперь паблик можно читать не только с экрана, но и в аналоговом варианте. Книга «Я люблю русский язык» выдержана в лучших традициях этого интернет-сообщества. Здесь есть инфографика, огромная практическая польза и интеллектуальный юмор. Чего стоят одни заглавия разделов? Орфографический дикарь или как захватить власть над ошибками? Пунктуационный интуит или как твердой рукой поставить на место непослушные знаки препинания? Культурный электрошок или как мгновенно поразить окружающих своей речью. И мое самое любимое – лексическая сила. В этой книге вы найдете простое объяснение самых нужных правил русского языка, которые по закону подлости часто забываются в самый нужный момент. Например, это правописание глаголов или спряжение глагола «мучить» или «пылесосить». Слитное или раздельное написание слов. Кстати, хочу заметить, что в этой книге не только правила русского языка, но и упражнения с правильными ответами в конце книги. Здесь есть запоминалки, стихотворения, по которым будет очень легко запомнить правила русского языка. Правила написания слов в переносном значении, когда они пишутся в кавычках, а когда без. История слов и синонимы часто употребляемых слов. А также здесь есть информация, как правильно написать имя и фамилию латиницей. Эта книга отлично подходит для полезного семейного изучения или для отправки картинок друзьям, которые пока еще не успели подружиться с русским языком, а также для саморазвития и совершенствования устной и письменной речи.